четверо работы. То надо, это надо. Не успеваем. С четвером работаем. А там одна с тремя детьми, сам представь. С матерью ночами не спим. Садимся кушать, только они думают. Как нам быть? Да Аллах, чтобы они поняли, вернулись. Мы их сильно ждем. Вот последние фотографии отправили, потом они в землянках. Это перед вот этой, как они сдались. Наверное, тоже где-то прятались. Бомбежки или еще что-нибудь там. Страшно здесь. Кому касается, тот знает. Я врагам не желаю такого. Не знаю как, они ушли в ислам. И вот 4 года назад поеду в Турцию. Мужу плохо, ему собирается делать операцию. Мне надо за ним ухаживать. Туда объяснила так, начала говорить. Ну, мы что скажем? Я поеду и все. И уехал. Потом где-то через месяцев 8, наверное, слышим, что они пересекли границу Сирии. Соль ложим, потом заварку ложим. Я тут телефон взяла. Так и не нашла? Опять это прячу. Должно завариться хорошо, крепко завариться. Теперь я вот выключаю, пусть она должна завариться. Так. Ага. Нет, оказывается. Что-то произошло. Выходила на связь только смс-ками. А вот 3 месяца назад отправила, что мужа убили. Взорвался где-то. Даже не похоронили его. Мы ждем их, сильно ждем. Чего бы ни было, пускай возвращается домой, пока еще какая-нибудь беда не случилась. Мы ей говорили, детей оставь, ты съезди сама, посмотришь, как, что будет, как операция пройдет. Нет, он хочет их видеть, своих детей хочет видеть, и все. Я приеду через месяц, два, три, как лучше станет.
Это у нас традиционный аткян-чай, который мы пьем каждый день, утром и вечером. Сейчас заварим. Совсем не заварился. Пьем его в таких больших пиалках. У папы совсем вот особенная пиалка. Такая вот большая, огромная. Вот Советский Союз. Мы думаем, что сильно вот этот парень, Урмат, который его старше на сколько-то лет, он ему сильно промывал мозги, он, потому что сильно изменился. Когда женился, он вообще не в намазе был, нормальный, спортом занимался. А вот как с ним стал общаться, она говорит, что он приходил, им подарки дарил, приносил что-то постоянно. Но когда он приходил, муж не разрешал с ними вместе сидеть, дочку сразу на кухню, сами там часами разговаривали. Ну и вот этот мужчина, мне кажется, очень много повлиял на него. И мы даже не знали, чем он там занимался с ним. Вот этот взрослый мужик, он его обманул, сказал, давай у тебя дома закопаем оружие, что ли. И как-то на него повлиял. Ну вот как они копали, что дома родители тоже не видели, говорят. Мы не видели. Нахе написала, нам дали 2 дня сроку. Или мы уйдем к Аллаху, или нам нужно сдаваться курдам. Так она написала. Я ей написала, ты что, дурная, что ли? Я пошла, прочитала у снохи сотку. Ты что, зачем ты так говоришь? Ты подумай о детях. А вдруг дети останутся, а ты умрешь, а дети будут мучиться. Ты даже об этом не думай. Ты думай, как вернуться домой. Ты думай о родителях. Мы не знали. Если бы я знала, говорю, ни за что б я тебя не пустила. Вот жизнь вещь какая. Эта дура не кормит ребенка своего, как и у людей. Как маленькие дети. Что, маленького ребенка сколько, через каждые 2 часа? Где-то так. Кормят. А который любит покушать, то вообще, наверное, через каждый час. Ну ладно, что сделаешь, это воля не наша. Он запивается, пьет. Ну, сейчас, конечно, намного меньше. Вот раньше он много расстраивался. Один раз его вызвали, что-то долго на улице разговаривали. Или они его куда-то увезли. И вот он после этого всю ночь домой не пришел. Мы думали, что случилось. Он говорит, вот так меня
Насчет дочери забрали это, я вышел, расстроился и напился. Вот этим я режу, вот этим обделываю. Вот этим мясо рублю, косточки где. Этим вот точу мясо. Придерживаю форму. Вот эти весы дедовские. Знаешь, сколько лет? 100 лет. Самые честные весы. Вот остались от деда моего. Отец пользовался, я пользуюсь. Сейчас сыну оставлю. Очень просим правительство, прям помогите нам. Нам очень тяжело. Мы вырастили дочку. Кто думал, что так будет? Хотим, чтобы она вернулась, чтобы ее дети учились в школе. Сейчас они, наверное, без образования ходят. Она не хотела. Под влиянием мужа уехала. Очень много женщин там остались без мужей. Все мучаются в этих лагерях. Где они моются, где они там кушают, где спят. Действительно, вот муж всегда говорит, я бы уже пешком туда дошел, ее вернул бы. Так что... Дорогой, вот такие вот дела жизненные. Сами Аллаху лиман хамида. Тише лезешь, мама. Теперь крепко заварился. Нальем молочка. Вот. Я слышала, что калмыки еще пьют такой чай в степях, который. Ну, ты чай готов. Желательно, чтобы всей семьей за разговором, беседой, чтобы. Все семья за столом собирались. Специально... Слуха у нас любит, как я чай. Ага. Специально вот такие лепешки ходим, покупаем. Это вот хворост. Это вот такие вот пошел специально твердое, чтобы лепешка была. Тебе это? Я не буду. Мы вообще папа, с хлебом буду. Можно покрошить сюда хлебом. Самия, будешь чай? Специально берется... Твердый хлеб замачивается, он мягкий становится. Главное, не сказали, ингредиентов не хватает. Сегодня, правда, сноха масла не принесла. Дулечка, сноха.